хороший соперник попался. Хорошо контролировали мяч, выходили в атаку. Но мы просто под нагрузками. Так, игра была хорошая. Соперник тоже сильный был. В принципе, оба гола, по сути дела, привезли себе сами. Означает ли это, что итог не вполне справедлив, или учитывая моменты, все-таки чехи заслужили победу? Ну, я думаю, не то, что заслужили победу, но есть победа. Но голы, да, действительно, могли мы и не пропускать, сами себе считай привезли. Насколько реальными ты оцениваешь свои шансы с точки зрения конкуренции в ближайшее время выходить на поле в официальных матчах? Ну, насчет конкуренции, команда очень хорошая. Помимо меня еще три крайних защитника, очень хорошего уровня. Все на хорошем уровне играют. Ну, я тоже буду стараться, чтобы выходить хотя бы на замену. Как правильно относиться к поражениям на сборах? Ну, из этого не надо делать какую-то катастрофу, надо просто... Это игра тренировочная, надо смотреть на ошибки, которые ты допустил в игре, и анализировать их после игры, и тренер покажет и укажет на ошибки. С каждого матча нужно выносить плюсы и минусы. Сегодня, значит, мы что-то не так сделали, может быть.